You stare into my eyes and it makes you wonder, is she the one I'll take home? I stare right back at yours and it makes me wonder, why is he here all alone? I love going out to where the music's too loud. Приветик, мои дорогие, рада вас видеть у себя на канале. И я так поняла, что вам очень понравилось прошлое видео Back to School. И поэтому сегодня мы с вами снова отправляемся за покупочками к школе, чтобы заглушить всю боль уходящего лета. И сегодня мы с вами отправимся даже не в один, а сразу в несколько магазинов. Так что погнали! Сегодня я, кстати, планирую купить все то, что еще не успела. И плюс я поняла, что вам очень нравятся тетрадки. Я просто в прошлом видео почему-то решила, что если мне не нужны тетрадки, то они никому не нужны. А у меня последнюю неделю директ в Инстаграме просто завален вопросами, где ты купила эту тетрадку, где эту. Я просто не успеваю всем отвечать, поэтому сегодня вот буду показывать вам много тетрадок и расскажу, где какую я купила. Например, сейчас нахожусь в Галактике. И давайте посмотрим. Я сразу пришла в этот уголочек, потому что помню, что тут было много тетрадок на пружинке. Но сейчас вот 3 тетрадки всего. А мне в прошлый раз очень понравилась тут черно-белая серия, но ее, видно, раскупили. Очень жалко. Вот такие 3 тетрадки, из которых мне, понятное дело, ну, никакая не нужна. Никакие некрасивые. О, кстати. Еще такая собака есть. Интересно, а не была со шпицом? Такой мордочки. Тоже. Вот 4 тетрадки всего. Поэтому, ребята, кто едет в Галактику за тетрадками в пружинке, потому что я вам в прошлом видео рассказала, что тут их много. Все. Конец. Закончилось. Ну что, давайте смотреть дальше. Я, конечно, немного расстроена, потому что я тогда купила всего 2 тетрадки из той серии. С учетом, я просто думала, что еще так рано, еще успеют много всего довести. А в этом году, как никогда, все быстро скупили. Ну что, давайте смотреть дальше. Кстати, кажется, я раскрыла секрет многих. Я поняла, почему вам так всем нравятся предметные тетрадки. Не потому, что они очень красивые, а потому что... Кстати, в этом году начали делать их покрасивее, чем были в прошлых. А потому что у них внутри... Ой, это не та. А, вот. Очень много разных формул, таблиц. И я теперь понимаю, почему все мои одноклассники, у кого предметные тетради, выходят к доске и знают все формулы наизусть. Вот почему. Так, давайте посмотрим разные. Кстати, очень прикольная серия. Посмотрите, какие животные. О, посмотрите, сколько их тут всех. Химия, ёж, прикольно. Посмотрите, какой бурундук. Вообще обезьяна. О, ОБЖ, сочинение, литература, химия. Вообще, вы посмотрите. Просто, ребята, посмотрите, сколько тут всего полезного. Все вот эти обозначения, единицы измерения. Вот эти равноускоренные, равномерные движения, законы все. Просто еще сзади таблицы. О-о-о-о-о-о-о. Не знаю. Это просто вам не придется никакие таблички чить. Потому что мы по алгебре, по геометрии, по физике всегда вот такие вот нас заставляли делать таблички и носить с собой. Вы просто посмотрите, сколько тут всего. Ничего себе. Вот. Вот почему вам они все так нравятся. А я-то думала, почему вот все вот просто балдеют от таких тетрадок. Ева, надо было их открыть. Что, давайте переходим к обычным тетрадкам. Посмотрите, какая прикольная серия. Вот такие фламинго. Вот такие. Там еще много разных есть. Вот их цена 36 рублей и здесь 40 листов. Также, девчонки, кто любит фламинго, есть еще вот такие. Их цену я не вижу. Ну что, давайте дальше пойдем. Что тут есть? Вот, смотрите. Вот такая прикольная тетрадка, мне кажется. Так, а где они? Вот, 32 рубля они стоят. Тут есть разные. Есть вот такая вот, салатовая. Есть вот такая, с кроликом. Так, что тут еще есть? Ага. Ой, есть вот такая, балеринка. Так, дальше. И, по-моему, все. А, нет. Опа! Вот, достала. Еще есть вот такая с медвежонком. 32 рубля стоит. Тут 48 листов. Вот, складываем все на место. О, посмотрите, какая прикольная. Кто любит вкусняшки?
Вот такая, будете сидеть за партой, и уже все перед переменой, перед столовой будете уже умирать. Поэтому я не люблю такие вкусняшки, потому что когда я в школе голодная, вот я когда смотрю на такие вкусненькие тетрадки, и я уже жду, не дождусь перемену. Правда, я не вижу цены на эти тетрадки. Это серия Hasbir, Амнам, наверное, называется. Так, Амнама тут нет. Так, 48 листов. Точно нет, ням-ням. Посмотрите, какую прикольную инстаграмную серию я нашла. Вот такие всякие, вдохновляющие. Будут вдохновлять вас быстрее сбежать из школы на Мальдивы. И вот такая классная для, мне кажется, мальчиков подойдет. Вот я даже своему Егору, наверное, вот такую возьму. И вот такую, наверное, возьму. А где они лежат? Вот они. Посмотрите. Вот такая еще есть. Вот такая. О, в общем, разные. Но мне вот такие понравились две. Кстати, вот это стоит 31 рубль, а вот эта серия 42. Тут 40, везде 48 листов, в общем. Я тут, кстати, столкнулась с одной проблемой. Тут нет ни одной тетради на 96 листов. А я сюда приехала именно за ними, потому что в прошлом видео я ходила и вообще не брала себе практически никакие тетради, потому что я думала, у меня все есть. А пришла домой, проверила свою стопку, а у меня там оказалось всего две тетради на 96 листов. А мне нужны именно они, потому что я люблю на такие серьезные предметы, типа алгебра, физика, химия, заводить именно толстые тетради, потому что мы в них пишем очень много всего важного, разные формулы, таблицы, правила. И если я заведу тонкие тетради, они у меня все закончатся, и мне придется на один урок таскать столб тетради. А так, вот я завожу толстую тетрадку, и она мне вот примерно полгода, ну, иногда даже до конца года хватает ее. Кстати, посмотрите, какая прикольная серия я тут нашла. Давайте посмотрим. Она такая, как будто акварельная, что ли. Классные собачки, посмотрите. А где они лежат? Я не могу найти. Где их цена? А, вот, смотрите, 32 рубля. Проблема в том, что это тетрадки на 48 листов. А мне просто вообще нельзя такие брать, потому что у меня таких очень много. У меня практически только на 48 листов. Посмотрите, какие милые собаки. О, я не могу. Я хочу себе взять, но нельзя. Все, кладу сюда, приходите. Вот такая очень милая серия. Возьмите за меня сразу много. А сейчас мы с вами надели с разными блокнотиками, их здесь очень много, поэтому давайте начнем отсюда. Вот, такой как будто под кожу, немного помятый даже, вот такой прикольный ежедневник такой. Вот, посмотрите, какое классное оформление. Есть, вот можете расписание написать для заметок, главные задачи, встречи, ежедневные привычки. Это вообще такой прям для бизнес-вумен, для бизнесменов. Стоит 349 рублей. Есть вот такой, классный, как будто под старину, знаете, сделанный такой. Вот, есть пример. Вау, посмотрите, какой цвет страниц внутри. Такой состаренный, как будто. Даже желтый немного. И оформление точно такое же, как и здесь. Стоит такой 332 рубля. Прикольный вообще. Так, вот, есть вот такой прикольный. Ой, очень приятная обложка. Такие котики. Давайте посмотрим оформление. О, вот это уже больше по мне. Типа to-do list здесь, daily routines, главные задачи, другие задачи для заметок вообще. О, я люблю такое оформление. Я даже в своих, знаете, обычных линейных или в клеточку блокнотиках примерно такое же делаю. Вот, есть такой в цветочек. Есть из этой же серии вот такой слаймиком, тоже прикольный очень. Так, давайте дальше пойдем. Посмотрите, какие прикольные тоже блокнотики я нашла. Как будто прям такие клатчи. Есть черный, оранжевый. Так, открывайте. О, кстати, тут такое яркое оформление. Но внутри он обычный. Но зато, знаете, такие идете, и все, прям под лук можно подобрать разные. Цену я не вижу. Они просто вот тут стояли. Есть еще вот такой тоже пушистый. Такой стоит сейчас на скидке 498 рублей. Давайте откроем его. Вот, обычный, большой. Так, давайте посмотрим, что тут еще есть. О, посмотрите, какой красивый. Be the change. Такой красивый замочек. Вот так открывается прям папочка. Как вы думаете, что внутри? Ого, ничего себе. Тут всякие кармашки. Можно положить там. И тут блокнотик в таком же оформлении.
Вау, посмотрите, какие классные странички. Вообще, они все одинаковые, да. Ну, очень красивый. Так, а сзади... Вот. А сзади, кстати, можно вытянуть вот этот блокнот отсюда, если закончится, и поставить сюда любой другой блокнотик. Так, на нем штрих-кода нет, я так понимаю, по вот этому артиклю смотрят цену. Но он вот тут просто лежал, я не знаю, сколько он стоит. Так, ребята, если вы прямо сейчас поставите лайк, я пойду и пробью его цену. О, посмотрите, тут еще один такой же есть. Посмотрите, какой красивый. Они тут разбросанные вообще. На меня сейчас люди так посмотрели. Ой, посмотрите, такой более, даже не знаю. Ну, в общем, с такой картиной как будто вот в сравнении. Внутри такой же блокнотик. Вот. Ой, тут оформление такое уже сиреневое, классное, голубое. Вообще. Ну да, это по вот этому артиклю я так посмотрела. Ну что, пойдемте узнаем цену. Я думаю, они одинаково, в принципе, стоят. Возьмем вот этот. Так, что тут еще есть интересного? Давайте сразу посмотрим. Посмотрите, какие милые блокнотики. 287 рублей. Посмотрите, let's make some magic. Давайте сделаем немножко магии. Тут розовый разворотик, а странички вот такие классные. Миленькие-миленькие. Вообще классные. И качество хорошее. А вообще я люблю, знаете, такие блокнотики? Вот такие. Они как будто кожаные, такие мягенькие. А, вот еще вот эта серия. Вон еще сверху вот эта серия. Вот такие. Давайте откроем один. У них сбоку такие разноцветные листики, яркие, вот такие. И тут есть, получается, в конце они в точку, в середине в клетку, а в начале в линию. Вообще, обалденные. И стоят такие 235 рублей каждый. А вот этот, кстати, по скидке сейчас. 235. Решила взять сразу два блокнотика пробить, потому что, ну, а вдруг у них разная цена. Тут есть такой стенд с разными ручечками. Вот такими, кстати, посмотрите, неплохие. И я сюда пришла. Посмотрите, тут есть разные линеры такие. Вот, они очень-очень тоненько пишут. Вот давайте. Вот, и посмотрите, какие цвета есть красивые, разные. Просто очень тоненько. Это типа ручка-хайлайтер тоненький. Они стоят по 91, по 76. По 83 я вижу цену. Это тут смотря от цвета. Каждый цвет по-разному стоит. А также тут посмотрите, какие есть хайлайтеры классные. Я сюда специально из-за них шла. Тут есть вот такие пастельные. Смотрите. Давайте попишем где-то, где можно подписать. Вот, давайте вот этот ценник возьмем, который там был. Так, есть вот такой вот голубой. Вот, цвет Тиффани. Очень красивый. И уголочек тоненько пишет вообще. Типа линер. Можно сэкономить, не покупать. И вот такой вот классный сиреневый. Вау, посмотрите, очень классно. Сейчас популярны вот такие именно пастельные текстовыделители. Очень классно смотрится. Тут есть, конечно, и вот такие ярко-синие. Вот, обычный. О, кстати, он пишет тоже очень красиво. Тоже так пастельно. Есть яркий, желтый. Вот такой вот неоновый. И розовый также есть. Вот такой. Ой. Вот. Ну тут прям по коробочкам можете взять. Тут вот есть целая коробочка таких, розовых и так далее. Цены здесь нет, поэтому сейчас пойдем пробивать. Я себе беру вот такой голубой и такой фиолетовый. Ребята, я все узнала специально для вас. Вот такие блокнотики стоят по 799 рублей, а вот такие хайлайтеры по 59. Сейчас на отделе с ручками. Посмотрите, какие классные нашла. Это касатка, скорее всего, а это акула. Стоит 137 рублей, но я думаю, может, Давидику взять. Как вы думаете, какая ему больше понравится, синяя или черная? Я думаю, синяя, да? Вот такая прикольная. Она, получается, о, она как раз обычная, не гелевая. Вообще замечательно. Все, берем. Мне кажется, ему очень прям подойдет. Мне очень понравились вот такие пастельные ручки. Они как будто такие прорезиненные, очень приятные. Цены не вижу, но я думаю себе взять какую-то. Они есть, получается, такого формата, там где открывается вот так. А есть на кнопочке. Я хочу себе на кнопочке. Здесь, получается, есть голубая, розовая, сиреневая и еще такая цвета Тиффани. О, я, наверное, возьму себе фиолетовую такую. Класс.
Берем. Голубую. Давайте еще и голубую возьмем. Не могу определиться. Обе очень классные. И пишут классно. Ребят, я только заметила, что, похоже, я собираю канцелярию в одних и тех же цветах. Просто мне маркеры понравились в сиреневом и голубом, и ручки в таких же цветах. Все. У меня как будто боязнь других цветов. Это называется «Чем бы дитё не тешилось». Нашла тут вот такую ручку. Это ручка-гипнотизер. Если вас вызывают и говорят «два», подходите такие к учителю и все, и гипнотизируете его. А вообще, тут картинка. Сейчас остановим Мишки вот такого. Прикольная. Кстати, посмотрите, какие красивые папочки я нашла. Есть вот с таким принтом, вот с таким. Очень такие яркие, летние, классные. Получается, вы их открываете, и здесь есть вот такие вот карманчики, куда вы можете складывать ваши там рефераты, доклады. Их здесь много. А также есть вот такой на zip-замочке. Вот такие. Сюда тоже можно что-то положить, какие-то листики. В общем, очень удобные. Такие стоят по 144 рубля. Вот кому надо там много всегда носить там документов, там рефератов в школу, сообщений разных, то, мне кажется, очень удобно. Итак, ребята, здесь я так и не нашла тетрадок на 96 листов, поэтому отправляемся с вами в следующий магазин. Смотрите, сколько много канцелярий. Давайте начинать где-то отсюда. Вот, давайте с нижней полочки. Тут разные терочки прикольненькие. Посмотрите, вот такие как будто тортики. Вафельки. Вот такие миленькие. Классные. Мне терка, наверное, не нужна, у меня их очень много. Я тут просто видела в Инстаграме. У них были такие классные 3D-терочки, клубнички. Но я их сейчас не вижу. Много разных ручечек. Хочу себе какую-то посмотреть. Так, ну такие мне не нравятся. Так, вот такие есть разные ручечки. Вот, смотрите. Какая розовенькая, красивая. О, она стирающаяся. Давайте посмотрим. Так. Мне не очень нравится, как пишет. И вот так стирает. Стирает, кстати, классно. Ну, мне не очень нравится, и тем более нам гелевыми, скорее всего, не разрешат писать. Так. Вообще, здесь у нас, получается, обычные ручки, а здесь разные миленькие, няшненькие. Но я сначала хочу посмотреть обычные. Так, закрыли. О, смотрите, мне очень нравятся разные пастельные ручки. Здесь есть вот такие, такие и вот такие. Вот, стоят они 70 рублей штука. Очень классные, кстати. И посмотрите, здесь у них вот такие глянцевые ножки и камушки сверху. Какая вам больше всего нравится? Я, наверное, возьму себе желтенькую и голубенькую. Посмотрите, какие классные. А, кстати, давайте посмотрим, как они пишут. Обычные. Отлично вообще. Посмотрите, какие классненькие. Супер. Ну и больше тут я ничего не вижу. Тут уже идут разные степлеры, текстовыделители. Но мне пока что это такое не надо. Переходим дальше. Тут разные вот такие линеечки, такие ручечки. Ой, посмотрите, карандашики с собачками. Почти как мой Патрик. Так, разные карандаши. Ну, карандаши я уже много себе взяла. Так. Ну все. Так. И вот такие няшные ручечки, посмотрите. Так, тут разные есть кексики, зайчики, лапки, единорожки, динозаврики. Разные-разные. Так, тут разные терочки. Вот такие длинненькие, я такие не очень люблю. Разные наборчики. Так, авокадики. Это, кстати, магазин тоже называется «Авокадо». Здесь очень много всего с авокадо. Ну и начинается отдел разных скетчбуков, блокнотиков, тетрадочек. Так что давайте смотреть. Так, это что? Это ежедневники разные. Так, что тут есть? Мне хочется найти что-то такое нежное, пастельное, такое эстетичное. Так. Вот такой еще прикольный. С динозавриком. Коко-латте. Но мне не очень нравятся тут листики. Мне нравятся, знаете, когда блокнотики с красивым оформлением внутри. Так, давайте дальше. Тут разные скетчбуки, у меня их много дома.
Так, это дневники. Кстати, я себе уже взяла, но давайте посмотрим, какие тут есть. С собачками разные. Вот такие. Тут более такие детские, веселенькие, миленькие. Это все для пацанов, кстати. Вот там что-то есть такое. Это лама. Разные дневнички с авокадинками. Так, и внизу блокнотики. О, вот уже тетрадки. Кстати, посмотрите, какие классные на кольцах тетради. Я очень такие люблю. Вот, например, классные. В универ, наверное, с такими удобно ходить. Вообще класс. И с Гарри Поттером. И тут даже размер позволяет еще один блок листиков вставить, если закончится место. Вообще их здесь очень много. Но я, наверное, брать не буду, потому что нам в школе, скорее всего, не разрешают такими пользоваться. Так, 400 рублей стоит. Такая тетрадка. Так, это тоже дневники. А вот внизу обычные тетрадки. Есть вот такая тетрадка. Яркая, летняя. Кстати, прикольная. 45 стоит. Такие классные. Это по 48 листов. Но у меня проблема в том, что не надо брать ничего по 48 листов. Потому что у меня мало тетради по 96 листов, по 60, а по 48 у меня там почти вся стопка. Поэтому, хоть они мне и понравились, я брать не буду. Вот такие прикольные, кстати, с котиком. Бу. Листики приятные. Это тоже 48 листиков. Цена 70 рублей. Так, ну я так понимаю, тут все 48 листов. Давайте вот тут посмотрим. Посмотрите, какой классный. Киви, авокадо. И это у нас... Сколько? 60 листов. 45. Кстати, очень классно. Возможно, я себе такую возьму. Мне понравилось. Слушайте, давайте возьму. Продолжаем с отделом тетрадок. Посмотрите, какие классные. Вот такие крафтовые. Отлично. Мне очень нравится с вот такими вот хвостиками. О, нет, это 48 листов. Прямо в сердце ранили. Посмотрите, какая классная. Есть вот такая вот с лисичкой. Йога, типа. С лемурчиком, с собачкой. Так. Больше ничего интересного нет. Есть вот такая белка, типа. Love squirrel. Мне такая не очень. Так. Ну да. Вот. Мне очень понравилось с хвостиками. Все, я ее беру. Извините меня, пожалуйста. Но очень классная. Так, давайте посмотрим еще. Здесь много таких с авокадо, миленьких, няшных. Типа авокадо занимается спортом, примеряется. О, посмотрите, какие интересные вот тут. Одна обложка, дальше идет вторая. Очень прикольные. Такие типа в рамочке. Но я такие брать себе не буду. Так, приходим дальше. А, тут сверху, кстати, блокнотики. Давайте быстренько посмотрим. Есть вот такие, типа корейские, прикольненькие, миленькие. Вот в таком корейском оформлении. Тут даже вот написано все. Китайский, японский, корейский. Ребята, кто разбирается? Что это за язык? По-моему, это одни и те же каракули. Так, что тут еще есть? Так, вот, давайте вот сюда. Тут тоже много разных блокнотиков. И, по-моему, вот эти... По-моему, вот эти с очень красивым оформлением. Смотрите, каждая страничка у них другая. То есть на каждой страничке новый рисунок. Посмотрите, как классно. Я быстро вам пролистаю, потому что если вот так смотреть, мы тут просто час будем смотреть, все разглядывать. Очень классный. Стоит 265 рублей. Есть вот такой. Вот такой. Это одинаковые блокнотики, да. И также есть все. Вот такая серия с вот такими двумя обложечками интересными есть. Очень прикольные блокнотики. Я даже не знаю, что в них делать. Писать в них жалко, мне кажется, будет вот такую красоту портить. Им просто открывать и любоваться. Так. Вот такой какой-то арт-блокнотик здесь есть. Прикольный. Ой, и посмотрите, тут тоже вот такие рамочки прикольные. Вообще прикольные. Ой, тут какой-то рисуночек был. Вот, вот такие. Ну, тоже прикольный. Он снаружи такой серенький, обычненький, а внутри яркий. Ну что, тут еще есть разные тетрадки. Давайте смотреть. Вот такие. Но я уже на ощупь чувствую, что она тоненькая. Это вообще тут 24 листика. Вот такие миленькие. О, с мопсиком классные. Так,
Давайте посмотрим. Тут тоже мне... О, окей, собачка прикольная. Но я чувствую, что это, скорее всего, 48 листов. А, вот, смотрите. Тут еще есть такой стенд. А, тут... О, кстати, посмотрите, разные вот такие каллиграфические маркеры. Ой, тут есть листик, давайте попробуем. Я давно хотела попробовать, как они пишут. Вообще, они, это сейчас очень популярно. На одной стороне такой маркер, не знаю, сейчас посмотрю. Ага, то был тонкий, а вот это толстый. Ну, честно, я не поняла прикола. Просто все их так расхваливают, типа, вау, лучшие маркеры. Не знаю, по-моему, обычные. Так. Разные скетчбуки. Ого, посмотрите, тут черные, зеленые листики. На них классно пастелью рисовать. Так, а внизу уже идут тетради. Да, я по ощупу уже чувствую. Толстые. Так, это линия. Кстати, прикольный ананасик. Давайте посмотрим эту серию. Есть такой еще ананасик. Бананчики. Такой. Такой. Ну, по-моему, все. Да. Стоит 65 рублей штучка. По-моему, прикольная, кстати. Возможно, взять одну такую. Ну, хотя у меня особо... Ну, мне особо не нужны толстые тетради в линию. Давайте лучше посмотрим что-то в клетку. Да, это толстые. Посмотрите. Тоже такие крафтовые, классные. Ой, мне такие очень нравятся. Давайте посмотрим, какие они тут есть. Есть с вот таким вот китом. Есть с вот таким листиком красивым. Стоит 70 рублей штука. Вообще класс, мне очень нравится. Ой, есть еще с вот таким листиком. Есть с попугаем. И что тут еще есть? По-моему, это все, кстати. Да, скорее всего, это все. Так, давайте я себе какую-то возьму. Мне даже могу несколько взять, потому что мне надо много 96 листовых. Мне понравилось с листиком. Давайте выберем какую. Так, сложно. Давайте вот эту возьмем. Мне такая понравилась. И я думаю, с китом взять, возможно. Хотя она тут чуть-чуть грязненькая. О, тут еще есть, смотрите. Тут еще есть отдел тоже с толстенькими тетрадками. Давайте посмотрим, что тут. О, good idea start with coffee. Хорошая идея начинается с кофе. Кстати, посмотрите, они одного цвета. Она чуть-чуть порватенькая. А что тут еще есть? Во! Вот это, кстати, прикольно. С кофе. Это тоже 96, да? Сколько? Не вижу, тут заклеено. Да, 96 листов, вот. Тетрадка стоит 75. Это 70. Давайте возьмем еще вот такую. А, тут целая серия вот таких, смотрите. Тут есть с фастфудом, с разными сладостями. Ну да, давайте с кофе возьмем. Тут есть разные с авокадиками еще. Но мне не очень нравится, если честно. Ну да, давайте все. На этом пока остановимся. О, тут еще есть такая серия. 50 рублей. Так, ну нет, не буду брать. Вот такие две тетрадки у меня получились. Мне кажется, классные. Также увидели здесь классные чехольчики на AirPods. Егор себе выбрал черный, хотя мне, конечно, больше понравился зеленый. Ну а также здесь есть много разных рюкзачков. И я решила посмотреть себе рюкзачок Канкин. Вы можете мне не верить, но у меня никогда не было этого рюкзака. Я знаю, что они сейчас очень популярны, но вот как-то этот тренд обошел меня. А вы пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих рюкзачков. Нравятся ли они вам? Мне понравился такой пудровый розовый. У одного тут радужные ручки, а у другого обычные. Мне понравился с обычными. Да, так гуляешь по городу и уже чувствуется, что наступает осень. Уже листики опадают. Посмотрите. Листики, пожалуйста, не опадайте. Я не хочу осень. Ну а на этом мое видео подошло к концу. Всем спасибо за просмотр. Я вас всех очень сильно люблю, целую. Всем пока-пока. До встречи в следующем видео.